Второй тайм. ФК Лестер, ФК Раш. Счет 0-0. Как я вижу, ты не спортивный так-то. В принципе. Или ты где-то занимался тоже. Я уже включил, еще раз сказал. Здравствуйте, Ярослав Иванович. У нас здесь получается всего 8 метров будет, всего 2 по 10. А там поступки. Или Тёма! Если честно, у соперников много атак, точно. Если они все эти атаки реализовали бы. Из ФК Лестера я, если честно, ни одну атаку не видел. Контратаку именно. Ну, извиняюсь, конечно же, если даже это обидно. Ребят, можете отойти на 2 шага? Вообще, на 2 шага, спасибо. Он раньше так быстро бегал. Он когда последний раз играл-то? Я уже давно не видел. Длинный? Он раньше вообще носился по полю, как угорел. Я помню. Он с центром меня забивал. В прошлом году везли. Мастерство остается, старость приходит. Неправильная подача? Как ты? Как упал? Что, упал? На жопу. Красава! Прямо сопернику. Если сейчас в 3 придут вообще центральные защитники, то красиво будет. ФК Лестера. А кто такой ФК ты? Мы просто не уходим. Я даже не знаю, кто они такие. Ребят, кто ФК Дым? Александр Александрович, кто ФК Дым? А их нет еще, они еще не приехали. А, ФК Дым еще не приехал? Прикольно. Че, мы тогда автоматически выходим вперед. Ускорение! Давай, коса, убийца! Знаешь, почему я его так призвал? Ну там сложил кисло на поле. Не только. Оставь! Ладно, я понимаю, хотя бы. Решаня! Ну что, ладно, я тоже могу принести кухонный. Почему здесь это? У нас убийца один. Ну ты будешь убийца 2. Тимо, красавчик! Еще, Лёк! Еще! Красавчик! Он прыгает так хорошо. Ничего с будет-то, ну. Яша, давай! Ну, Яша! Ну, блин, Александр Александрович. Че? Здесь мат. И что, ты что-то сучить будешь, что ли? Не, я сучить не собираюсь, я устал, у меня рука болит. Я хочу отойти отдохнуть. Может, постоишь? Если один останешь, там встанешь навсегда. Ну, рука затекла, правая, если честно. А ты левая? Левая я что-то ненавижу. Могу. Фол? А почему фол? Миша! Там же ничего не было. А? Список где? Подожди, он еще не передал пока. Что, игра? Сядь! Контратака пошла. Давай-давай, убийца, догоняй! Миша, фон! Ну хочешь, не хочешь, пришло. Трон жизнь боксера, а не футболер. Он больше занимался. Я ее сейчас... уже не занимался. Да, ну. Он в каком году школу окончил? Год 2 назад. Ну, год 2 назад. Он занимался как раз таки. Когда ушел из школы?
Саныч ушел 3 года назад. Ну, значит, тебя он занимался. Может, потом еще в Лаху ходили, ты че? Они вместе с этим... Как его там? Не Эдик, Эдика же знаешь? Ну, да. Не с Эдиком, а как его там? Вперед! Сейчас помню. Глеб! Он вместе с Глебом в Ольге находили тренироваться. Ого! Убийца, давай, ну не бойся ты! Да не было ничего! Да он ногой его пнул корпусом. Толчок со спины был. Это корпусом был. Блин, братан, у тебя корпус на спине, я понимаю, ты... Он говорил, он на корпус, он просто вот так вот. Так получилось, что он... Да ладно. Спорный момент. Спортный момент. Бля, обидно, что тренер не приехал. Вообще. Мари убийцу, дрон, убийца! Комментатор. Может, покомментируешь матч? Не, не умею. Я же просто подсказывал. Я понимаю, но комментатор одно и то же делает. Только орет в экран. Там надо, типа, знаешь, 25-й номер с мячом там. Туда не три ямков. Давайте не ругаться, алло! Вот это сейчас ударчик. Ворота давай! Так охота посмотреть. Давай, давай, Яшка! Миша, красава! Да Миша, хорош мудиться! Пиздец, ну такой, ну ё-моё! Миш, красава! Ругай самого себя, это возможно. Один, один ты! Это... А чё, поворотом? Я не знаю. Ред, сколько времени осталось? Минут 3 до конца. Саш, ты форму принёс? Так, чё? У нас хоккей, что ли, или что? Второй тайм, он говорит, 3 минуты до конца. Не то, что судья сказал 3 минуты. Саш, ты форум принес? За нас играешь. Ну не дайте забить, не дайте. Убийца, не ссы. Ох. Красава! Прятался, прятался, выскочил и потерял. Мне кажется, что потом серия пенальти будет. Только серия пенальти, пока там ничего не будет. 2-0 и все. Михаил Проскурин. Проскурин первого банка? Да. Лучший, лучший! Давай, давай.
Все, в защитку все, да и все, и пускай. 1-0, хорош. ФК Лестер. Сколько осталось по времени? Сколько времени осталось? Минута с половиной. Полтора минуты. Полтора минуты осталось. Считай, полторы минуты, ребята, держитесь! Судья засекал у него. Ну, да, я понимаю. Вот так вот, хорош! А вы на себя теперь будете играть. Второй тайм красавчики, закончился счетом 1-0. Забил Михаил Проскурин. ФК Лестер. ФК Раш. Вот так.